Коммунальщики севера города получат взыскание за гололед на улицах. Сразу три района стали лидерами городского антирейтинга. Это Калининский, Приморский и Выборгский. Жители именно этих районов жаловались на плохо убранные улицы и гололед чаще всего. Теперь руководители дорожных предприятий, обслуживающих данные территории, ждет дисциплинарное взыскание. Ранее их коллег из Центра и Невского уже наказывали за чрезмерное использование соли. Это привело к образованию луж на дорогах и тротуарах даже при минусе. Напомним, сообщение о качестве уборки улиц принимают в городском комитете по благоустройству. Здесь круглосуточно работают многоканальные телефоны.